Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я приглашаю вас полистать каталог Faberlic вместе со мной. Это первый каталог 2017 года. Каталог распродаж. Много здесь всего интересного, но давайте приступим. На первой странице нам предлагают уходовую косметику из серии «Зима». Набор крем-гель и ультрапитательный крем за 199 рублей. Ну, в общем-то, и другие цены радуют. Аромат геля мне очень нравится. Также прекрасная акция на твердое мыло. Твердое мыло в компании Faberlic очень хорошее. В хорошей такой шуршащей упаковке и само по качеству классное. Три куска мыла за 35 рублей каждое. Стоит напомнить, что в ценах каталога, если вы зарегистрированы, это еще и на 20% дешевле. Также предлагаются по 119 рублей гели для душа. Это как бы даже три в одном. Гель, мыло, пена для ванны. Отличная цена на серию оранжерея «Роза», «Ее Величество Розы», «Юный Османтус» и «Милый Жасмин». Еще также «Гиацинт». Цены действительно, вот если, например, вот здесь цена не самая выгодная, да, ну не то, что и большая, но бывает и более выгодные предложения, то здесь действительно выгодно. Любое жидкое мыло по 69 рублей, по 35 рублей твердое мыло, и здесь не нужно как бы покупать несколько, да, продуктов, вы можете взять любое количество. Также молочко для тела и скраб по хорошим ценам, кремы для рук по 69 рублей, это опять же таки неплохая цена. Бывают, конечно, акции, когда чуть-чуть пониже цены, но это очень выгодное предложение, потому что, как правило, где цены пониже, это нужно брать либо несколько продуктов, или же бонусы за покупку, а здесь вот просто отлично. Здесь тоже неплохие цены на дезодоранты, на парфюмированную воду, гели для душа по 69 рублей. Опять же, классно. Вот этот аромат нейтральный, как правило, нравится всем. Ее Величество Роза, шикарный аромат. Очень хороший гиацинт моей маме, например, нравится. Вот хорошая цена на вот эту серию «Счастливые моменты». Это два в одном, гель для душа и пена для ванны. Самый мой любимый аромат – это вот этот вот «Морской релакс». Он расслабляет мышцы, успокаивает нервишки. Самый-самый классный. На втором месте, пожалуй, у меня, ну вот, лимонный и лавандовый аромат. Потом вот розовые грезы. Это, ну, какой-то такой нейтральный, я бы сказала. А вот этот вот лаймовый заряд, он мне не нравится, пахнет доместосом. Неплохое предложение на серию My Honey. Здесь набор твердое мыло и жидкое мыло за 115 рублей. Так что присмотритесь. Набор шампунь и крем-масло за 269 рублей. Вот как раз таки бонусы за покупку. При покупке по каталогу на сумму 300 рублей вы можете взять себе за 65 рублей какой-нибудь бальзам для губ. Разумеется, в ценах каталога, то есть в ценах консультанта, это будет на 20% дешевле. И все товары, которые идут бонусами за покупку, мы добавляем в корзину на втором шаге оформления нашего заказа. Супер цена на гель для душа и зубную пасту. У геля для душа такой приятный, но совершенно нейтральный, не навязчивый аромат. Паста пахнет мятой и малиной. Очень хорошая паста, поэтому присмотритесь. Вообще вот эта серия Brise d'Amour мне нравится. В этом каталоге мы также будем тратить свои купоны. Они действуют на любой продукт от черной цены.
Вот, и не распространяется на нижнее белье, одежду, колготки, изделия из гречневой лузги, аксессуары и товары для дома. Так. Далее. Серия вербена. Ну, в общем, тут тоже скидки. Но здесь они, знаете, такие, как сказать, как мне кажется, не самые значительные, но тем не менее. Поэтому я их так пролистаю. Вот это хорошее предложение. Два любых продукта за 69 рублей каждый. Ну вот серия для лица мне, например, не подходит. Зато, к примеру, вот супер цена идет на серию для ног. Вот эти продукты мне подходят идеально. Хороший скраб, хороший крем и очень хорошая маска. Могу рекомендовать. Также мне нравится серия Этноботаника по уходу за волосами. Вот здесь хорошая цена. Два любых продукта по 69 рублей каждый. Я пробовала вот эти шампуни, точнее шампуни-бальзам, укрепление от корней до кончиков. Приятный аромат, хороший, ощутимый эффект, поэтому, наверное, буду покупать. Серия D-Line. Восковые полоски можно купить при покупке любого продукта серии, кроме самих полосок, за 49 рублей. Бонусами за покупку у нас идут кремы для рук. Вот этот я не пробовала, но у меня есть. Этот я покупала маме. Он ей не понравился. Ну, в общем-то, я, например, изначально знала, что он ей не понравится, но она просила. А вот эти два крема хорошие. Крем сос восстановления и маска. Поэтому 55 рублей. Если, то есть, вы покупаете по каталогу на 300 рублей, то вы можете взять себе за 55 рублей какой-то крем. Соответственно, если на 600 рублей, значит, два крема. 55 рублей. И если вы зарегистрированы в компании Faberlic, то минус 20%. То есть, это вообще будет дешевле, чем фикс прайс, а качество очень-очень хорошее. Кстати, если вы не зарегистрированы в компании Faberlic, то ссылка на регистрацию будет под видео. Регистрация у нас простая, бесплатная, не требует паспортных данных. Вам не нужно ждать, пока вам кто-то перезвонит, зарегистрирует вас. Регистрация занимает не более 5 минут, и вы сразу получаете скидку 20%. И, конечно же, вы всегда можете обратиться ко мне личным сообщением ВКонтакте. Я вам всегда помогу, отвечу на ваши вопросы. И у меня на канале есть, помимо этого, видео, как зарегистрироваться и как сделать первый заказ. Но в любом случае, все вопросы задавайте ВКонтакте. Я с радостью вам помогу. И также бонусом за покупку на сумму от 300 рублей ваночка для рук за 29 рублей. В ценах каталога, опять же, дешевле. Здесь представлено малина и белый шоколад и ванильное лакомство. Тоже, мне кажется, очень такая выгодная цена. И можно, например, приобрести на какие-нибудь дополнения к подарку, на мелкие презенты. Потому что, ну, действительно, очень красивая упаковка, хороший аромат. И, в общем-то, такой приятный продукт, ну, который, в принципе, вполне можно иметь в наличии. Поэтому присмотритесь, впереди еще праздники. Также два любых аромата по 299 рублей каждый. Также, мне кажется, выгодное предложение. Ароматы очень хорошие мне. У меня они все есть, и они мне нравятся. Ну, по стойкости они на коже держатся несколько часов, на одежде до следующей стирки. Очень симпатичные флакончики. Также здесь представлены наборы. Аромат 15 мл и гель для душа за 299 рублей. Ну, в общем-то, выгодное предложение, присмотритесь. Два любых геля для душа по 85 рублей каждый. Причем не только с этого разворота, а со страниц 44-47. То есть сюда же входят еще и мужские парфюмированные гели для душа. Поэтому, собственно, тоже присмотритесь. К тому же, например,
они же имеют те же ароматы, как и парфюмированная вода. Поэтому, если вы думаете покупать какую-то водичку и не знаете, как она пахнет, то, например, воспользуйтесь вот таким предложением. Потому что, ну, мне кажется, что это даже выгоднее, чем покупать пробник, потому как вы по-любому получите еще как бы и гель для душа. И здесь у нас объем 150 мл, это же по-любому больше, чем пробник туалетной водички. Поэтому хорошее предложение. Вот. А также супер цена на дезодоранты спреи 99 рублей. Такая вот краска 139 рублей. Фаберлик. А декоративная косметика. Вот бонусом за покупку идет тушь объемная. Если вы покупаете по каталогу на 300 рублей, вы можете за 199 рублей приобрести себе тушь. Ну, вы знаете, тушь у меня такая есть, она сейчас в использовании. Поначалу, первые несколько дней хорошо, потом, знаете, ощущение, что ресницы она удлиняет, но они какие-то становятся тощие, а у меня они абсолютно нормальные. Вот. Но, опять же, неплохая цена. И бывают варианты хуже, я не имею в виду Фаберлика, а вообще, поэтому выгодно. Бонусом за покупку от 300 рублей любая маска за 65 рублей, но для нее еще нужен вот этот вот активатор. Он стоит 99. На серию Airstream распродажи, ну, на самом деле здесь постоянно какие-то распродажи, наборы, то есть практически в каждом каталоге что-то интересненькое. Вот здесь вот на этой страничке две маски за 79, три за 59. Ну, в принципе, наверное, тоже интересное предложение. Так, далее. Серия 20+, AquaSmart. Акция. Ну, так, сейчас давайте почитаем. 43-я страница. Что здесь такая за акция? Угу. Ага, скидка 50% на ароматы «Мелодия» и «Фантазия» при покупке со страницы 68 и 86. То есть вот отсюда. Если вы покупаете какой-то продукт, то здесь вы сможете приобрести аромат с 50% скидкой. Получается так. Ну, в общем-то, тоже интересно. А серия 30+, это про эликсир. Но вы знаете, все это довольно-таки условно. Я думаю, что все это сделано просто для того, чтобы когда какой-то, да, новичок берет в руки каталог, ну, когда вы еще не видели, не знакомы с продукцией Фаберлик, чтобы вам просто было, ну, легче ориентироваться. Потому что, когда речь идет там о гелях для душа, еще о чем-то таком, то тут проще, а именно кремы для лица, это все дело посложнее. Поэтому, наверное, это просто для ориентира, что глаза разбегаются, продукции много. И когда вы там, допустим, видите свой возраст, например, там 30+, ну, ваш взгляд уже цепляется за эту страничку. Вы внимательно с этим ознакомились, а потом начинаете смотреть, а что же предлагают в других сериях. То есть просто для адаптации. А так, конечно, косметику надо выбирать, исходя из того, что вы хотите все-таки получить. Какая ваша кожа, какие проблемы. Вот. 40+, это Гардерика. Реноваж 50+. И Матриженик 60+, гель для умывания при покупке любого крема. Матриженик идет за 99 рублей. Серия Платинум. Фаберлик Эксперт. Здесь тоже вот пишут про эту акцию. А, ну да, это до 86-й страницы идет. То есть, если вы берете какой-то продукт, то аромат, как я понимаю, для вас будет со скидкой.
серии «Эксперт Фарма», вот по уходу за волосами, довольно-таки много продуктов. По уходу за ногами. Кстати, сейчас я пользуюсь бальзамом для стоп «Гладкие пяточки». Наконец-то достала из запасов. И могу сказать, что очень классный бальзам, он реально работает. Я, конечно, скрабирую пяточки, и не могу сказать, что у меня проблемные ноги, но тем не менее. Иногда даже поскрабировать забываешь, а кожа очень-очень смягчает. Присматриваюсь я все-таки вот к этой роликовой пемзе. Возможно, как-нибудь ее приобрету все-таки. Бонусом за покупку можно приобрести концентрированную зубную пасту за 99 рублей при покупке по каталогу на 300 рублей. Ну вот эти вот дезодоранты для интимной гигиены за 139 рублей. Цена неплохая, но сами дезодоранты, я даже не знаю их назначение, это какое-то просто... Вы знаете, я даже не могу назвать это баловством, потому что когда распыляешь, неважно, на тело или на белье, даже делаешь один пшик, потом начинаешь задыхаться. Вот. Вот эти, вот здесь вот действует при покупке любых двух продуктов желтый ценник. Это выгодная акция. Вот эти аромабальзамы я не пробовала, там от головной боли и в период простуд. Но пробовала вот эти два продукта. Сос-крем для активных людей, это вообще мой любимчик, потому что когда после тренировок, это очень классно, расслабляет мышцы и действительно работает. Вот, а также у меня нарушено кровообращение, поэтому ступни немножко мерзнут иногда ночью. Поэтому тоже помогает, хотя у него нет яркого какого-то согревающего эффекта или охлаждающего, но работает. А вот этот вот крем с термоэффектом, ну, вы знаете, он пахнет как такая мазь для ног, Бенгей называется, в аптеках продается. Но, правда, та мазь воняет долго и основательно, это только там, ну, где-нибудь полчасика. Но и эффект у нее довольно-таки вот этот согревающий быстро проходит. И пока я вот, ну, мажу ногу, я немножко ее потянула. Особого эффекта не заметила. Но вот этот вот сос-крем для активных людей я вам точно рекомендую. Далее. Ультра-клин-грин. И здесь очищающая полоска в подарок за 1 рубль при покупке любого продукта серии, кроме самой полоски. Крем-жидкая перчатка в подарок за 1 рубль при покупке набора Гран-при. Серия про руки. Набор крем-мыло и жидкое. Крем-маска и жидкое мыло за 149 рублей. У меня еще маска в старой серии. Здесь вот я показывала, на нее будет акция бонусом за покупку. Но маска хорошая. У мыла аромат специфический, но само по себе мыло классное. Серия про ноги. Опять же, скраб для ног, это как скраб серии Этна Ботаника. Тоже очень хороший, пробовала. И бонусом за покупку, кстати, любой продукт с этой страницы за 69 рублей. При покупке по каталогу на сумму 299 рублей, поэтому обратите внимание. Супер цена на носочки для экспресс-педикюра за 149 рублей. Хорошая, вот здесь вот распродажа, набор гель для душа, крем, мыло 149 рублей. Гель для душа, крем, мыло и скраб для тела за 269 рублей. Вот. Собственно говоря, возможно, даже воспользуюсь. Так, тут у меня все падает. Снимала сразу несколько обзоров. Далее. Недавняя новинка. Штрудель с мороженым. В общем-то, продукты в данной серии пахнут все по-разному. Вот что-то пахнет выпечкой и мороженым, что-то яблочком, что-то орешками. Ну, скажем так, менее всего мне понравилось молочко для тела. А более всего мне понравился вот этот скраб для тела по аромату. Также здесь вот пахнет больше мороженым.
гель для душа пахнет больше таким яблочком с выпечкой. Ну, в общем, неплохая серия. Ванильное лакомство серии Beauty Cafe. Здесь набор крем-гель и крем-масло за 259 рублей. Хороший гель для душа и просто потрясающее шикарное масло. Моя любимая серия вишневый конфитюр. Просто потрясающая крем-суфле потрясающий. И аромат, и свойства вообще классно. Гель для душа очень люблю. Жидкое мыло очень хорошее. Крем питательный для рук. Он прям реально напитывает кожу. Мне очень нравится. И здесь вот набор гель для душа и крем-суфле за 229 рублей. Далее в серии Beauty Cafe спелая смородина. Я пользовалась жидким мылом и кремом для ног. А также у меня есть гель для душа. В общем, что могу сказать? Да, еще пробовала твердое мыло. Сначала я попробовала жидкое мыло. Само жидкое мыло вообще от Faberlic очень классное. Аромат смородины в косметике обожаю. Но здесь мне показалось, что из бутылочки пахло вареньем смородиновым. Но как бы в использовании мне не понравилось, как аромат раскрылся. Не то чтобы очень плохо, но не впечатлило. А потом я достала крем для ног, он у меня довольно-таки долго лежал. Я думала, что ну, тоже меня не впечатлит, но оказалось, что данный крем для ног, он очень классный. Он реально работает, у него очень приятный вкусный аромат смородины. И вот эффект очень-очень нравится. До геля пока я так и не дошла. Мыло хорошее, пахнет приятно. Надолго мыло хватает, оно не раскисает, не трескается. Поэтому присмотритесь. Здесь набор гель для душа, крем для ног 149 рублей. И гель для душа, жидкое мыло 159 рублей. Далее детская серия «Астронавтик». Салфетки за 29 рублей при покупке любого продукта серии «Астронавтик», кроме самих салфеток. Так, для девочек. Серия «Faberlic Expert». Спрей-блеск для волос новинка. Крем для четкости контура завитка за 125 рублей. Вот здесь цены от 169 рублей. Очень хорошая серия Дипаква, она мне нравится. Хороший эликсир, только его нужно наносить по всей длине, избегая кончиков. Кончики подсушивает, на остальных волосах работает хорошо по всей длине. Так, и любой шампунь или кондиционер можно приобрести за 99 рублей при покупке любого оттенка краски «Краса». Возможно, даже воспользуюсь данным предложением, но посмотрим. Далее. Тоже здесь представлены продукты разнообразные из этой серии. И сама краска «Краса». В принципе, запас данной краски у меня большой. Она мне нравится. Супер цена 59 рублей на вот эти вот ампулы, которые добавляются к краске. Но в целом я прекрасно без них обхожусь. Распродажа любые два оттеночных шампуня за 59 рублей каждый. А неплохой шампунь я покупаю вот такой вот. Абсолютно подходит. Легко наносить на волосы. Декоративная косметика. Так, и здесь пробник нового женского аромата «Бонбон Шири» из каталога номер 2 в подарок за 1 рубль при покупке любого продукта коллекции Secret Story со страницы 133 и
138-139. Вот. Кстати, довольно-таки интересный флакончик. А далее. Здесь я довольно-таки быстро пролистываю. Вот в старой версии у меня есть данный крем, не произвел он на меня впечатление, честно скажу, не произвел. Здесь один, в принципе, тон, он действительно подстраивается даже под самую светлую кожу, но мне не понравилась вот эта база, она неприятной консистенции, и крем придает блеск лицу. Моя кожа даже без крема не блестит, у меня нет такой проблемы, поэтому если мне крем создает такую проблему несуществующую, то мне это неприятно. Вот эти лаки, они довольно-таки неплохие. Косметички появляются. Губная помада, 40% скидка. Любые две помады за 139 рублей каждая. Бонусом за покупку от 200 рублей блеск для губ за 155 рублей. Средство для снятия макияжа за 99 рублей при покупке любой туши для ресниц этого разворота. Ну вот, мне нравится по максимуму. Считаю, что это самая-самая лучшая тушь. Так, далее что? Супер цена на каял для глаз. 109 рублей. Спрей с перламутром 99 рублей. 399 рублей на продукты с этой страницы. Корректор 199 рублей, довольно-таки неплохой. А на средство для снятия лака супер цена 99 рублей. Лак по 199. А слайдеры хорошего качества, но цена здесь самая-самая стандартная. Вот от этих лаков, скажем прямо, я не в восторге. В принципе, эффекты неплохие. Вот. Больше всего мне Денигал нравится, но, знаете, такое проблемное нанесение, надо сказать. Появляется новинка, пилочки. Любые два средства для ногтей по 119 рублей каждое. Ну, мне нравится выравнивающее покрытие и... точнее, основа и верхнее покрытие, которое придает блеск. Вот эти щипчики у меня есть. Ну, знаете, такое среднее качество для своей цены нормально. Просто по ощущениям, когда-то я в магазине Ulgut покупала, или Ulgut, или подружка покупала щипчики, конечно же, и цена у них была не 100 рублей, а гораздо выше. Это было лет, наверное, 6-7 назад. И они бы мне еще долго служили, я их просто сама, честно говоря, испортила случайно. Но они по ощущению металл был лучше. И выщипывали, они захватывали волоски получше. Этот не идеален, но опять же и цена у него такая. Вот этот у нас что? Парфюмерная вода, пуртужур. В общем, у меня вызвало жуткую аллергию. Но это только у меня, потому что в основном на эту водичку хорошие отзывы. Вот аромат Алены Ахмадулина. У меня был пробник. Очень мне понравился аромат. Реально классный. Такой ретро. Далее. Здесь аромат 15 мл подарок при покупке парфюмерной воды Пандор 50 мл. Бонусом за покупку аромат Фортуната 15 мл за 149 рублей при покупке по каталогу на сумму 300 рублей. Ну, с
целом предложение интересное. У меня есть пробник, я его изначально вообще не оценила, этот аромат. Но вот на днях потестировала, а вроде бы ничего. Так, есть еще вот аромат, вот относительная новинка прошлых каталогов «Букет де Нюи». Ну, это здесь такой, знаете, приятный, но довольно-таки, мне кажется, тяжелый аромат, такой вечерний. И, наверное, я бы сказала, даже на прохладный вечер. Далее тут такие стандартные предложения идут. Особенно на них останавливаться не буду. Думаю, так видно. Так, два любых продукта с этого разворота по специальной цене. То есть вот желтый ценник действует. Набор. Дезодорант спрей, гель для душа за 189 рублей, Intense. Набор Celsius, гель для бритья и бальзам после бритья, 179 рублей. Набор Lancelot, бальзам после бритья и пена для бритья, 249. Так. Далее. Lanaventura. Любой продукт с этой страницы при покупке трех любых за 99 рублей. Любое саше за 35 при покупке любого супа или коктейля со страницы 202. Но на вот эти, например, каши, очень хорошая, кстати, цена, бонусом за покупку. В общем, если покупаете на 300 рублей, то любая каша за 29 рублей. А в ценах консультанта еще дешевле. Вот я, наверное, если будет в наличии, запасусь вот этой кашей с морковкой уж очень, и луком. Уж очень она мне нравится. Далее, супер цена на чай Origin. 89 рублей. Ну, вообще-то раньше была супер цена 75, что ли, 79 рублей. Вы знаете, я не в восторге от этого чая. Я не хочу ничего про него сказать плохого, потому что чаи плохого качества я тоже знаю, пробовала. Но также и не могу сказать, что это какое-то супер качество. Знаете, такой обычный чай, ну, можно попробовать, в принципе. Значит, здесь идут бальзамы. Я пробовала бальзам номер 3 с черникой для зрения. Мне он очень нравится. По крайней мере, по аромату и по вкусу. Есть тоже распродажи на продукты для здоровья. Товары для дома. Вот эти все средства мне нравятся, и вот супер цена 139 рублей на крем для очистки металлических поверхностей. Действительно хорошо очищает, придает блеск. Распродажа по 139 рублей на средства для мытья посуды. Возможно, воспользуюсь. Единственное, вот это средство, они все достаточно густые. В этот раз пришло средство очень-очень жидкое. Хорошая акция на порошки, две любые упаковки концентрированного стирального порошка за 299 рублей каждый. Пятновыводитель 279 рублей. Отличная акция на салфетки для удаления пятен при покупке двух 55 рублей каждая. Салфетки просто потрясающие, маленькая упаковочка, удобно носить в сумке. Вот если какое-то пятно посадили, я не знаю, в тональном креме куртку испачкали, со всеми этими пятнами данные салфетки справляются. Но это именно экспресс-помощь, то есть не стоит рассчитывать, что они удалят застарелые пятна. Это именно вот такой походный вариант, но довольно-таки хороший. На кондиционеры для белья супер цена 149 рублей.
на 2. 11-236, 11-237 артикул. А, кстати, вот этот вот кондиционер мне не понравился, когда белье после стирки, вот если его положить на батарею или там температура тела чуть повысилась, аромат у него очень неприятный, но для меня именно. Супер цена на жидкие стиральные порошки для цветного и белого белья. Вот сейчас у меня в использовании для цветного, и конкретно этот гель мне понравился и по аромату, и по своим свойствам. И в целом вполне себе экономичный. Во всяком случае, расход не больше, чем у любых других гелей. Супер цена на вот эти салфетки универсальные для кожаных изделий, тоже хорошие. Также вот эти все средства. Вот про это средство говорят, даже с кожей проблемы решает. Водные спреи за 179 рублей. Но все-таки, знаете, скажу, что вот с этими пульверизаторами у них реальные проблемы. То есть даже если пульверизатор работает при покупке, я заметила, что в использовании уже у меня и у моей подруги уже второй сломался пульверизатор, хотя не роняли ничего такого. Женское белье. Очень хорошие колготки здесь, хорошее качество, даже всякие растяжки, гимнастику выдерживают. Одежда. Ну вот здесь вот идет, как я понимаю, распродажа предыдущих каталогов. Кстати говоря, да, присматривалась я к этому платью, точнее, это костюм, блузка и юбка. И, кстати, очень даже интересно. Ну вот поздно они с этой распродажей, могли бы ее вот сделать в 18-м каталоге, я бы, может быть, себе к Новому году и приобрела такой костюмчик. Сейчас как-то он уже никуда не актуален. Вот эта кофточка подешевела. Просто это как раз то, что мне хотелось. Нет, ну я это могла купить, но просто, знаете как, не знаю, что-то я думала-думала и так и не надумала. Вот так же этот браслет присматривалась, не было в наличии. Очень он такой симпатичный. Но в целом, если вот это платье, вот этот костюмчик брать, то, наверное, к нему нужно брать и данный браслет, скорее всего. Ну, посмотрим. Очень такие модели интересные. Праздничная цена 999 рублей. Вот. Ну и на последней страничке это представлены подарки для новичков, для тех, кто только собирается зарегистрироваться, или для тех, кто зарегистрировался, но не сделал еще ни одного заказа. В общем, если вы регистрируетесь в период со 2 по 22 января и делаете заказ на сумму 1500 рублей в ценах каталога, а в ценах консультанта вы, конечно же, заплатите на 20% дешевле, то в период действия следующего каталога, то есть 2-го, вы получаете за 1 рубль вот такой шикарный набор. В него входит стиральный порошок на выбор и ультракондиционер для белья. Это очень выгодное предложение, поэтому, если вас это заинтересовало, то ссылка на регистрацию под видео. И напомню, что по всем вопросам вы можете написать мне личное сообщение ВКонтакте, я всегда с радостью вам помогу. Вот такой вот интересный каталог с огромным количеством акций. Вообще я считаю, что это сейчас довольно-таки благоприятное время для регистрации, в том плане, что помимо такого хорошего подарка, вы как-то будете легко делать заказы, в том смысле, что категорий здесь много, праздников сейчас впереди тоже много, соответственно,
подарки покупать необходимо. И здесь, я думаю, что для всех своих друзей, родственников вы найдете, что им там будет по душе. Вот. А параллельно с этим можно и легко пройти как минимум несколько шагов стартовой программы. Потому что за каждый пройденный шаг дают очень хорошие подарки. Первый подарок, это вот он меняется, каждый каталог, за 1 рубль. А дальше там фиксированные цены на подарки 99 рублей или 299 рублей. В зависимости от того, на какую сумму вы делаете заказ. То есть если на 1900, значит за 299 будет набор. Если за 3900 и более, то значит за ваш набор будет за 99 рублей. Но это все со второго шага стартовой программы. Вот. Но когда много праздников, когда вы смотрите каталог, что-то покупаете для себя, для своих друзей, то вот эту сумму, даже 1900, набрать будет очень-очень просто. Вот. Собственно, если вы проходите стартовую программу, вы ее не обязаны проходить до конца. Можете пройти вот этот один шаг, чтобы получить набор за 1 рубль. Можете еще там несколько шагов, можете все пройти. Все это по вашему желанию. В общем, если вам понравился обзор, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых видео. Всем пока!